гости. Иду сейчас делать дела важные. И еще хочу успеть сходить на маникюр. Такие вот дела. Пью кавашейк. Дуже смачный. И иду под делишечком. Всем хорошего денечка. Сделала уже свой новый маникюрчик. Дуже-дуже гарнесенький. Ось. Дуже гарнесенький. Такий красивый-красивый. Вот такие дела. Иду забирать свою квіточку. Зробила вже собі манікюрчик. Ось такий гарнесенький, ось такий красивесенький. Бачно, який? Зелений з блісточками. Дуже гарний, дуже красивий, вообще. Обалдеть. Сьогодні хотіла щось необычне. Вот. Мені попалось прям на 100% креативнейшая мастер по маникюру. Поэтому так. Поэтому зеленый. Вот, ну что, мне нравится. Обалденно. Дуже классно. Да. Так ж таки дела. Так ж таки дела. Вообще хотела разноцветные сделать. В следующий раз сделаю все разноцветные. А это тоже очень милые, гляньте. Какие классные. Дуже-дуже гарні. Прям неймовірно креатив до бабочки попалась. Мастер манікюр. Ще більш детальніше покажу манікюрчик. Гляньте, який красивий. Мама дорога. Прям новорічна ялинка. Да. Класно. Чарівний. Вірте в чудеса, називається. Бачите, як класно. Бомбічний, нереально. Забрала свою козюлечку. Вот она моя козявка. Козявка. Купили ще в АТБ. Вот такі вот. Купили ще в АТБ вот такі вот кокосові чипсики. Ми їх обожаємо. Без сахара, без какой-либо олии, вообще просто как кокосовые чипсики, просто сухой кокосик, вообще мы просто их обожаем. Мы такую еще покупали апельсинчики, очень классные, и покупали еще яблочки сушеные, сейчас я ей дам. Просто обожаем. Держи. Тримай. Оп. Вот такая классная штучка. Вот где-то то, что надо. Пожевать, перекусить. Аня вообще очень любит поесть. Покормила ее перед выходом. Так она еще и в гостях там налопалась. Оладушков и сырничков. Да, и еще просит кушать. Так що ця дитина любить поїсти. Їстоньки любить. Туру-туру, ту-ту-ту, туру-руру, туру-руру. Ту-ту-ту, ту-ту-ту, туру-туру, ту-ту, ту-ту, туру-руру. Ту-туру, ту-ту, туру-ту. Ту-ту, туру, ту-ту-ту. Концерт у нас, концерт по заявкам. Давай, мама, давай. Давай, мама. А ты? Тут у нас концерт по заявкам. А вот смотри, вот эту. Тут, а не петь надо, петь. А ты будешь петь? Папа, папа, папа.
Как вам мой концерт сольный? Как? Что скажете? Оцените, пожалуйста. Сколько дадите баллов из 100 на мой концерт? Приобретете вы ли еще билетики на мой концерт? Сколько готовы дать денег за один билетик? Ко мне на концерт? Кажите, кажите. Ну кажите же. Все приняты? Приняты все? Ой, чудовищно. А скики дадите за билетик один? Скики? Скики не жалко? Дадите 100 баксов за один билетик на мини-концерт? Да? Моя рыбка да сказала. Такие талант пропадает, такие талант пропадает. А такой прекрасной же нотки мы с вами со всеми прощаемся. Всем пока-пока, всем доброго вечера. Ось такие дела. Концерт дали, сольный, усё. Всем пока.